Настроение праздничное, чтобы было, погода, чтобы хорошая, чтобы, ну, чтобы люди веселее стали, ну и больше ничего, что в этом возрасте можно пожелать себе. Праздничного настроения хорошего. Чтобы все были здоровы, хотела получить мир на земле и много счастья своим близким. Здоровье. Самое главное у нас. Остальное не знаю. Одно настроение хорошее. И все. Чтобы дети были живы, здоровы, чтобы у нас в стране было все хорошо. Ну, ко мне дети приедут. Ну, потому что давно не видела детей. В Могилеве работает. Для меня это самый лучший подарок. Здоровье детей, материальное. Не знаю, главное здоровье, мне кажется, в наше время. А разве дело в подарке? Главное внимание и забота. А подарок можно и без подарка. Цветы, конечно, да. Сладости, может быть. Как всегда, цветы. Я не знаю, но обычно как тюльпаны, это наша привычка уже. Полная оплата стоматолога. Все. Наверное, чтобы было просто в доме благополучие, радость, мир. Самое главное. А из материального? А с материального без разницы. Лишь бы от сердца, от души и любимым человеком. Уважение близких. Вот и все. Любовь и уважение близких. Чтобы не ругались между собой и не делили имущество, и не делили все остальное. А любили друг друга просто так, не за деньги. Ну, от мужа внимание. От детей, ну, что-нибудь приятное по кухне, какой-нибудь, что-нибудь, что приготовили, какие печенюшки, хороший обед, они у меня уже большие. Это было бы приятно, и это бы ценилось более, чем просто подарки. Сказать честно, как дети мне обидели, туалетную воду я не хочу, ко мне дарить, я сама ее выбираю. Чтобы не хотела. Белье. Не люблю, когда дарят. Ну, мужчины, если нет фантазии, то он может подарить какую-нибудь дешевую туалетную воду. Или, ну, даже не знаю. У меня всегда подарки приятные. Ой, что может испортить? Ну, что может испортить? Плохое здоровье у родителей. Не хотелось бы, чтобы меня огорчили такой прекрасный весенний день. Чтобы был мир во всем мире. Чтобы не получить отрицательных эмоций, там, плохого чего-нибудь. Весть какую-то неприятную. Вот и все. А с материального я не знаю даже. Все хорошо. А подарков плохих не бывает. Бывает всегда такой хороший подарок. Мне кажется, любой подарок – это приятный подарок. Для меня неприятных подарков нет. Неприятные. Ссоры. Разногласия. Не знаю. Ну, вот такого плана. Хочу, чтобы все было хорошо во всех женщин. Мира, самое главное, в стране, в сердце, в доме у каждого.